Привет всем! Снова идем в лес. Вот такая вот сейчас красота. Лес еще зеленый. Желтых листочков не видать. Только вот такой вот красивый-прекрасивый лес. И вот такое вот яркое солнце. Все-таки у нас еще лето. А на следующей неделе говорят, что будет вообще до 30 градусов. Августовское вот такое вот жаркое лето. Такие вот у нас дорожки. Ездят люди на машинах. Ну, в основном, чтобы порыбачить. А затем, конечно, очень удобно ходить за грибами. Травы практически нет. Все вот так вот вытоптано. Ну, в общем, одна дорога в лес. А затем уже можно будет погулять и посмотреть, какие грибы еще как бы остались. Потому что когда ехали, уже люди шли с пакетами, поэтому, может быть, уже все повыбрали. Ну, не знаю. Посмотрим. Пижма вот уже отцветает. Кое-где она совсем уже такая темненькая. Поэтому скоро придет осень. И пока иду вот по нашим дорогам, хочется сказать огромное-огромное спасибо всем тем, кто написал слова поддержки. Видео набрало про наш, ну, такой небольшой деревенский срач. Очень хорошие просмотры, поэтому всем-всем-всем тем, кто писал комментарии, огромное-огромное спасибо. Приятно читать. Потому что действительно в деревне прожить вот прям так вот, чтобы все до травины выщипать, это, конечно, такого не бывает. Это редкость. Это вообще надо не работать, тогда сидеть только сутками в огороде с утра до ночи. Поэтому. Ну, а тем, кто пишет такие комментарии о том, что там все плохо и конец света, ну, им тоже большое спасибо, потому что они мотивируют нас, то, чтобы улучшаться. Ну, какая красота. Кусты, талины, тальник. Ну и сейчас пойдем посмотрим, что в наших лесах делается. Вот такая вот полянка молоденьких папоротников, просто их тут не счесть. Смотрите, все прям усеяно молоденькими такими вот красивыми папоротниками. Такая красота. Грибов тут как-то не особо. Свинушка, да, один подберезовик. А так вот все вот в такой красотище. Такие вот папоротники. Комары кусают, ой, вообще. Ну, вот такая вот красота. И лесок. Много упавших берез. Такой вот лес. Здесь тоже все поупало. Старые березы завалились, поэтому ходим, собираем, не знаю, чего найдем. Вот такой вот подберезовик. А там вот дальше мухоморчик. Вот такой вот молоденький мухомор. И вот такие вот молоденькие подберезовики. Один совсем только появляется. И вот там вот у смородинки еще один молоденький подберезовик. В прошлый раз ходил, вообще комаров практически не было. А вот в этот раз и комары, и мошка, то ли тепло, что пошло. А в ведре всего несколько грибов. Ну, пойдем дальше. Еще пока не совсем темнеет. В общем, по грибы после работы. Поэтому темнеет быстро, к сожалению. День уже стал короче, и ночь наступает гораздо быстрее. Вот всего свинушка, несколько подберезовиков, и все, пока. Надо идти дальше. Мы идем дальше. Такой вот закат солнца. На самом деле солнце с другой стороны, а вот это то ли отсвечивает так красиво вот.
Ну, идем собирать дальше грибы. Спать будем крепко после прошлой прогулки. Прям вообще спишь как убитый. Утопаешься. Такой вот осинничек. Ну, березки есть, конечно, но в основном здесь осинник. Поэтому дальше пойдем смотреть. Речка вот как всегда красивая такая вот. Спокойная. Сегодня штиль. Поэтому волн вообще нету. Только вот кое-где рыбка подплывает к верху вот именно воды. Такая вот тишина в лесу. Сегодня совсем никого не слышно, не видно. Никого нет в лесах, поэтому спокойно можно вот так побродить. Река тоже спокойная. В общем, после рабочего дня это самое вот такое вот приятное времяпрепровождение, потому что за день устаешь до изнеможения просто. А здесь вот так вот все. Даже листочки не шевелятся. Совершенно. Только рыбка вот плещется. Кстати, щуки. Вот по вот этим вот, как их называют, но с лопушками. Ну, вот этими лилиями. Просто подплывают и хватают, наверное, рыбу. Поэтому так вот такой прям очень такой звонкий такой вот бросок, что ли. Поэтому щуки веселятся. Вот так вот, так вот красиво. И вот такая вот находка. Молоденький боровичок. Только вот он появился. Смотрите, какой красивый. Маленький еще. Здесь хвощ полевой. И вот такой грибок. Поэтому после дождей вот пошли боровики, подберезовики, а груздей нету. Только вот такие вот грибочки. Такой вот боровичок. Вот такой вот камыш у нас растет по берегам. И вот такая вот ряска. Небольшие вот такие вот лилии какие-то. То ли это молодые совсем. И вот соседний берег. А лес, вот видите, совсем голый. Весь объеденный. В прошлом году такая красотища была. В этом году весь лес объели. То ли гусениц, то ли кто это все посажали. Ничего не осталось. Уже вечер, поэтому речка такая темненькая. Солнце уже село. Только вот зеленая травка по берегам. Такое вот выкошенное поле. Уже вечер. Я все с ведром хожу. Полупустым. Поэтому так вот красиво. Вечерняя такая вот картинка. Совсем близко. У нас тут буквально, наверное, 2 км. И вот такая вот красота. Речка, деревья. Можно пройтись, вот так вот прогуляться. Камера, конечно, немножко трясется. Я всю рукой держу, поэтому картинка может немножко сбиваться. Вот такая вот река сейчас.
только собаки у нас гавкают. И все. Вот это у нас река Тартас. А вот это маленький такой вот приток. Дзункуй. Здесь вон лодки лежат, рыбаков. В общем, вот такая вот речка. Уже похолодало, конечно. Даже какая-то небольшая такая уже, как испарина. Туман какой-то, что ли, от воды. Там вот такая вот картинка. Немножечко покажу. Вот так вот. Лесок. Красота. И спокойствие поэтому. Хорошо. Прям вообще душа отдыхает в лесу. Всем добра и всего самого-самого доброго. Что же еще можно пожелать-то? Всем пока-пока.